Представители управляющей компании МОП «Хазблагоустройство» провели разъяснительную работу жителями одного из микрорайонов города о соблюдении санитарного порядка. Во время беседы представители коммунальных служб интересовались наличием квитанции об оплате за вывоз бытовых отходов, о том, имеются ли у жильцов какие-либо претензии и пожелания к работникам и возникают ли проблемы с городским транспортом по вывозу мусора. Мы с комбинатом благоустройства города Хасавюрт и проводим относительно такую разъяснительную работу с горожанами. Хотим, чтобы порядок был у нас, чистота, чтобы красивый город был. Правильно же? Хотим, мы все хотим. Вот для этого надо какое-то усилие приложить. Правильно же? Усилие вот с вашей стороны и с нашей стороны. С вашей стороны усилие заключается в чем? Не выносить каждый день мусор сюда, либо туда, а в определенное время. Вот, допустим, после 8 вечера, после 20:00 вечера до включительно 6 утра, желательно. Если не выносится в это время, то оставить, пока наступит следующий период. По словам руководителя данной акции, директора МОП «Хазблагоустройство» Абдулкарима Кутбудинова, главной задачей встречи является разъяснение каждому о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг, в том числе за вывоз бытовых отходов. Так называемая обратная связь с населением. Мы хотим объяснить населению, что вывоз мусора, вывоз бытовых отходов, он одной нашей организации не может быть охвачен. Тем более у нас какая техника, весь город знает, все население знает. Вы сами видите, когда проезжают по улице, в каком состоянии наша техника. Вывоз бытовых отходов на одного человека уходит 48 рублей. Представляете, 48 рублей. Это даже наши люди не хотят платить. Хотим объяснить, чтобы они платили за вывоз бытовых отходов. Если они будут оплачивать, у нас будет возможность вовремя выдавать зарплату работникам, приобретать технику, приобретать материалы и в разы улучшить вывоз и вывоз этого бытовых отходов из города. Положительные отзывы в адрес коммунальных служб прозвучали от одного из жителей города Байдулы Газиявова, который считает, что порядок и чистота как улицы, на котором ты живешь, или города, зависит от каждого. Если мы будем его соблюдать, то и убирать будет гораздо легче. В свою очередь, пример всем смастерил и установил на своем участке урну для мусора. Каждый четверг приезжает машина, увозит мусор, каждый утром. Регулярно, стабильно увозит мусор. В четверг. Не раньше, не позже, 7 часов. Приезжает. Претензии есть? Претензии по комбинату, как никаких претензий нет. Оплату сделали? Оплату обязательно. Как без оплаты же он наш мусор не возьмет. В проводимой акции было задействовано около 20 работников Хазблагоустройства. Как отмечает руководитель данного мероприятия, подобные встречи с жителями будут проводиться систематически. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».